В эфире «Юность». Показалась поверхность планеты. Громадное бледно-фиолетовое солнце заливало пронизывающими лучами синий облачный покров ее атмосферы. Высоко поднимались округлые купола гор, казавшихся отлитыми из меди. Неизвестная порода или металл зернистого строения рдел огнем под удивительно белым, сверкающим светом голубого солнца. Неведомый мир блистал торжественно, с каким-то победным великолепием. Отблески лучей окаймляли контуры медных гор серебристо-розовой короной, отражавшейся широкой дорогой на медленных волнах фиолетового моря. Вода цвета густого аметиста казалась тяжелой и вспыхивала изнутри красными огнями, как скоплениями живых маленьких глаз. В чередовании медных гор, фиолетового океана и бирюзовых лесов улавливалась история планеты. Цепь животных и растительных форм, иногда чудовищно непонятных, иногда прекрасных, проходила призраками прошлого. Долго тянулась восходящая лестница форм жизни, совершенствующейся живой материи. Медленно перемещался указательный луч. И также медленно возникали видения пустынных или населенных жизнью планет. С тягостной безотрадностью горели каменистые или песчаные пространства под красными, голубыми, фиолетовыми, желтыми солнцами. Иногда лучи странного свинцово-серого светила вызывали к жизни на своих планетах плоские купола и спирали, насыщенные электричеством и плававшие, подобно медузам, в густой оранжевой атмосфере или океане. В мире красного солнца росли невообразимой высоты деревья со скользкой черной корой, тянувшиеся к небу, словно в отчаянии, миллиарды кривых ветвей. Другие планеты были сплошь залиты темной водой. Громадные живые острова, то ли животные, то ли растительные, колыхаясь в спокойной глади, плавали повсюду. Вселенная.
Уже не одно столетие эта тема волнует мыслителей и фантастов, музыкантов и художников. Среди произведений изобразительного искусства последних лет на космическую тему выделяется по своей убедительности и научной обоснованности альбом-монография двух авторов, который так и называется «Человек и Вселенная». Один из авторов альбома – дважды герой Советского Союза, летчик-космонавт Алексей Леонов. Его соавтор – Андрей Соколов, художник. Недавно за этот альбом Алексей Леонов и Андрей Соколов были удостоены премии Ленинского комсомола. Я, находясь на космодроме, взял в руки «Комсомольскую правду», вернее, показали. Видите, здесь есть решение о присуждении тебе и Соколову премии Ленинского комсомола. Для меня это было очень большой неожиданностью, и, конечно, от этого еще во много раз приятной неожиданностью. Там было указано за альбом монографию «Человек Вселенная». Ну, собственно, название говорит о том, что там есть внутри этого альбома. Это был своеобразный отчет за 15 лет творческой деятельности совместно с Андреем Соколовым. Альбом сам по себе выглядит очень необычно, больших размеров, в прекрасном переплете. И на корочке иллюминатор и стереоскопическое изображение корабля «Союз». Это впервые вообще применено в книжной практике не только в Советском Союзе, но и во всем мире. Сам альбом содержит несколько разделов. Первый раздел – это состояние исследовательских работ в космосе на сегодняшний день, ну и все, что связано с реальной работой человека в космосе. Второй раздел связан с работами, в основном, в общем, по программе «Союз Аполлон». Туда вошла большая картина «Союз Аполлон». Алексей Архипович, это вот та картина, которую вы сделали перед полетом, такая яркая, с восходящим солнцем. И космические корабли идут навстречу друг другу. Я сделал две такие картины. Одну картину я сделал перед полетом и оставил расстояние около 2 метров, что вот они должны состыковаться, но еще не состыковались. И, в общем-то, в 1974-1975 году до полета никто не мог сказать, что так это произойдет. А потом уже после полета я немедленно, где-то в течение 1 месяца, сделал картину в таком же исполнении, но только уже солнце взошло, краски такие хорошие, радужные, веселые, корабли состыкованы, и солнце уже поднялось. Несколько эскизов, и туда же вошли портреты космонавтов, которые я, в общем-то, в основном сделал во время полета в космосе. И когда же вы это делали? Во время нахождения космонавтов на борту у нас в орбитальном отсеке. Вот я сделал и Тома Стамфорда, Дика Слейтона, и Ван Бранта. Ну, разумеется, там были наброски такие, потом пришлось на Земле доработать, но они все сказали, что мы очень похожи. Тем научные записи, зарисовки, положение кораблей и очень интересная графика, связанная с трактовкой научных наблюдений в космосе. Различные природные явления, замер угловых величин, различных поясов Земли, замер атмосферы, ее плотность. В общем, он помимо того, что интересен альбом, он еще представляет и некоторый познавательный научный интерес. Следующий раздел – это раздел, связанный с научной фантастикой. Там имеется десятки картин о том, что мы будем делать через 20, 30, 100 и больше лет. И иллюстрация теории мироздания. Это интересная фантастика. Вот что собой представляет вот этот альбом «Человек и Вселенная». А сколько всего вы создали таких альбомов? Всего сделано в этом направлении, именно в космической живописи, 5 альбомов. Первый альбом был «Ждите на звезды»,
второй альбом «Звездные пути», третий «К звездам», четвертый «В миры» и пятый альбом «Это человек и вселенная». И сейчас даже хотят вроде бы в Союзе художников организовать секцию космической живописи. Там же есть секции пейзажной, секции портретной, там монументальной, графики. Сейчас хотят создать даже секцию космической живописи. Ну, а мы этим делом с Андреем занимаемся уже очень и очень давно. И вот результат эти вот издания. Соколов по образованию архитектор. Очень грамотный, высоко эрудированный человек. Знает хорошо композицию, знает хорошо пластику. Вообще имеет понятие о красоте. И вот он уже давно, 20 лет, работает в этом направлении. И я сейчас скажу, что он сейчас ведущий специалист, как художник. Все-таки уже 15 лет мы вместе работаем, делимся. Он все работы мне показывает, я ему показываю. Есть работы совместные, когда, допустим, я делаю эскиз, отдаю, он все это делает в краске. Или наоборот, он делает эскиз, я делаю красками все это. В зависимости от того, кому как обстоятельства позволяет. Mm-hmm. Ну, а все больше это вот взаимная консультация и взаимное обсуждение работ. Строгая очень, с критикой, без обид. С ним интересно работать. Он очень много трудится. Очень много. Каждый день по несколько часов до десятка часов работает. И вот последний раз мы смотрели все работы, у него много прям таких интересных работ новых. Я даже не ожидал, что вот так у него все количество вдруг резко перешло к качеству. И если философское начало, и глубокая мысль, и фантазия, и связь с современнейшим, современным днем, и краски необычные. А вот какие подробности, связанные с началом этого сотрудничества, вспоминает Андрей Соколов. Это было в марте 65 года. Ну, так, чтобы мы совсем были незнакомы, до этого сказать нельзя, поскольку дважды в газете, в «Правде», по-моему, печатались работы с такой подписью, что вот это работы летчика-космонавта. В одном случае даже Юрий Алексеевич Гагарин комментировал такую картину, что вот он ее сделал по моим рассказам и так далее. Так что я знал, что есть космонавт, который рисует, который рано или поздно полетит. Ну, а мои работы уже в это время появлялись в ряде журналов, были выпущены подборки открыток. Так что Леонов знал, что вот есть художник, который космосом занимается. И поэтому, когда мы встретились непосредственно на телевидении, вот на этой звездной эстафете после их полета, то, ну, как-то нам договориться, и было уже совсем просто. Вы знаете, ну, во-первых, к тому моменту, как мы встретились, и у меня, и у Алексея Архиповича уже что-то сделано было. Ну, что-то из этого было опубликовано, больше не было опубликовано. Но уже, в принципе, материал для самого первого альбома «Звездные пути», ну, процентов на 70 у нас был. А остальные картины были сделаны, ну, во-первых, по свежим впечатлениям Алексея Архиповича. Я получил от него ценнейшую для меня информацию. Ну, может быть, в чем-то и я ему помог уже, так сказать, в качестве как художника. Ну, и это был первый альбом. Ну, первый альбом, вот видите, «Ждите на звезды», он начинается портретом Сергея Павловича Королева и называется «Ученый 20 века, мыслитель». Действительно, ученый-мыслитель, подперши подбородок кулаком, сидит, смотрит вдаль, в черноту космоса. Большой лоб, умные глаза, волевые губы, весь облик. Концентрация мысли, взгляд в будущее. Вот что я хотел. И мне кажется, что это получилось. Вот в первом альбоме есть одна интересная, дорогая для меня картинка. Собственно, здесь вот висит. Это «Восток. Корабль на орбите». Значит, она была сделана по рассказу Юрия Гагарина. Ну, разумеется, в то время еще нельзя было сделать то изображение корабля, которое сейчас мы видим и знаем. Вот я придумал такую конструкцию свою собственную. Но главное в этом не в корабле, а главное передать вот небо космическое и передать Землю. Вот видите, здесь плавный переход от Земли к небу. Ну, это было по рассказу. А вот мое уже изображение во время полета на корабле «Восток». Вы видите, как Земля имеет уже конкретные формы.
сквозь облака, сквозь дымку просматривается что-то там, реки, материки, облака, и вот эти вот три слоя яркости. А дальше есть следующая картина, вот утро в космосе, эти вот солнце и солнечная корона красная. Значит, после меня кто не летал, никто такого явления не видел. Ну и спрашивается, ну почему же ты так нарисовал? Никто-то и после тебя летали, но никто этого не видел. Опять связано с высотой. Если смотреть на Солнце сквозь атмосферу, то солнечная корона по своей плотности и яркости, она блекнет по сравнению с атмосферой, ее не видно. А вот когда поднимаешься на высоту 500 километров, то оказывается, солнечная корона уходит за пределы атмосферы, и ее уже становится видно. Вот почему вот здесь Солнце с такими кокошниками. Ну вот это здесь уже работа на Луне, присутствие первых селенитов. Альбом был сделан в 67-м году, задолго до полета человека туда. И как это все происходило, все это было нарисовано. Но к радости могу сказать, что многие работы, которые в 67-м году казались нам фантастичными, сейчас эта фантастика сбылась. Например, вот работа «Орбитальная станция в полете». Значит, она была сделана в 67-м году, то есть картина в 67-м году, а «Орбитальная станция» полетела только лишь в 71-м году. То есть, теперь вот интересна еще одна картина, например, вот «Молния». Видите, здесь изображена Земля. Мы еще не имели тогда фотографии Земли. Вот она была так изображена. И потом, когда получили фотографию Земли, она совпала почти что достоверно. Ну, несколько вариантов выхода человека в открытый космос. Вот. И действительно там такая чернота? Ну, чернота, правильно, она всегда остается чернота. А вот сейчас она мне показалась даже какой-то такой жутко косматая. Вот такое... склокоченная. Вот я искал, думаю, что же найти какое-то характерное слово для определения вот этого состояния. Косматое. Вот. Мы и до этого знали, что чем выше поднимаешься над землей, тем чернее небо. И наступит такой момент, когда человек увидит черное небо, несмотря на то, что светит солнце. Об этом говорил Циолковский, об этом говорил Жюль Верн еще. А совпадает это? Конечно, совпадает. Давайте вспомним фрагмент из повести Циолковского «Вне земли». Когда открыли наружную дверь, и я увидел себя у порога ракеты, я обмер и сделал судорожное движение, которое и вытолкнуло меня из ракеты. Уж, кажется, привык я висеть без опоры между стенами этой каюты. Но когда я увидел, что подо мной бездна, что нигде кругом нет опоры, со мной сделалось дурно, и я опомнился только тогда, когда вся цепочка уже размоталась, и я находился в километре от ракеты. Она виднелась по направлению цепочки в виде тонкой белой палочки. Я был закутан в блестящий балахон, который, отражая солнечные лучи почти целиком, не согревал меня. Мне сделалось холодно, и от прохлады я, вероятно, очнулся. Попорхав некоторое время на цепочке между небом и землей, я отвязался и полетел свободно. Когда ракета едва виднелась, пустил в ход взрывную машину. Мне казалось, что небесный свод со всеми своими украшениями и даже с ракетой поспешно вращается вокруг меня. Ракета мне казалась то справа, то слева, только я как будто был неподвижен и вертел миром, как хотел. То я видел у себя под ногами солнце, и мне казалось, что я вот-вот упаду в его раскаленную массу. Сердце замирало, но я не падал. То под ногами была наша огромная в полнеба земля. Тогда мне казалось, что там низ. Опять замирало сердце. И думалось, что вот-вот помчишься к родной земле, расшибешься,
где-нибудь в горах или утонешь в океане. Рассказ Алексея Архиповича Леонова. Полет состоялся 18 марта. В 9 часов 2 минуты был старт. И сразу после вывода я уже приступил к выполнению шлюзовой операции. И вот смотрю, корабль от меня уже 5, 6, 7 метров. Внизу земля проплывает. Развернулся, вверху черное небо, звезды. И тихо-тихо. Очень тихо. И послышалась вот музыка, как говорят у нас, космическая музыка, это что-то звенит. Необыкновенно тишина, и потом откуда там действительно взяться шуму. Только вот сопровождалось, я слышал, как бьется сердце, потому что я находился в замкнутом объеме, тут был удар, отдавал в уши, тук, тук, тук. Вот такой. Потом запросил землю, передал Павлу Ивановичу Беляеву, что ничего страшного, нет, я... Нахожусь в свободном состоянии, и вдруг слышу в ушах, что «Внимание, внимание, человек в открытом космосе!» Думаю, кто это еще в открытом космосе? Вот, до меня никак не доходит, что идет разговор с Земли уже обо мне. Вот, и когда меня спросили с Земли, как настроение, Сергей Павлович Королев, что вы там делаете, я говорю, работаю. Когда я выходил в космос, это было над Черным морем, и... начал смотреть вокруг себя. Первое, что действительно ты маленькая песчинка по сравнению с этим гигантским шаром. И что вокруг тебя гигантское пространство. Вообразить размеры, которые невозможно никому на Земле. Что такое Вселенная? Что такое звезды? И сколько их? Никто не знает. И ты здесь. Крупица. И в то же время другое чувство. Но все-таки ты-то вышел с Земли, ты находишься над Землей, ты находишься в Вселенной, опираясь на разум таких, как ты, которых сейчас на Земле 3 миллиарда. Что ты их представитель оттуда. Вот вы дважды летали в космос. Но, наверное, первый и второй полет произвели на вас не одинаковые впечатления? Конечно. Первое впечатление, оно, как говорится, всегда правильное. Но оно было, мне казалось, таким вот чисто поверхностным. Я даже не имел возможности там, в общем-то, провести какие-то серьезные исследования. Находясь в открытом космосе, я видел это все и смотрел, говорил, как это прекрасно, не прекрасно, тяжело. А вот второй полет, у меня уже времени было больше, и я как-то это все осмыслил заранее. Я продумал работу, что я буду делать, вот когда я буду находиться внутри корабля, что я должен зарисовать, как я должен измерить вот эти интересные физические элементы нашего земного шара. Значит, ну вот говорили, заря, красивая заря, а какой ее цвет?
какие угловые величины этой зари. Это очень важно. Слои яркости. Сколько их? Какие они имеют размеры, слои яркости? Это тоже очень важно. Атмосфера, ее толщина, значит, цветность. Цветность звезд, которые проходят через атмосферу. С чем их можно сравнить? И в этом плане, конечно, второй полет, он наиболее результативный. А краски-то, краски вот эти космоса? Краски космоса. Они без конца меняются. И мне кажется, значит, 10 раз будешь летать, и 10 раз их по-разному увидишь. На юге одна гамма красок, на севере другая, на экваторе совершенно другие картины. То есть там можно без конца сидеть и рисовать бесконечное разнообразие физических явлений, окружающих нашу Землю. Кто бы ни летал, когда бы ни летал и на чем бы ни летали, все равно черное, черное бархатное небо. А звезды все равно такие же яркие, не мигающие, гораздо больше, чем на Земле. И по ним можно определить, какая ближе, какая дальше. Глубина есть, восприятие пространства. Они более яркие, они голубые, искрятся, но не мигают, как на Земле. Солнце яркое, и вот когда смотришь на солнце, то не видно за солнцем пространства, оно кажется, как будто бы вколоченное в небо. А ночью, ночью все звезды видны, яркие, очень много. Звезды, которые проходят через голубой пояс Земли, как я назвал, но он бывает и пепельного цвета, они становятся золотыми, с оранжевым оттенком. И вот я запомнил очень большие восклицания эмоциональные такие Павла Ивановича Беляева. Он смотрел, значит, вниз и говорит: ты посмотри, какой голубой пояс. И звезды-то, звезды, как угольки. Алексей Архипович, а вы встречали похожие краски у кого-либо из художников? Есть, значит, два художника. Это Рафаэль Кент и Рерих. И опять-таки здесь ничего, никакого секрета здесь нет и ничего необычного. Все опять-таки связано с физикой виденного. И Рафаэль Кент все свои картины писал на севере, где всегда чистые прозрачные краски. Там нет вот этих пылевых элементов, которые разлагают солнечный поток и создают дымку. Не солнечный поток не разлагает, а разлагает световой поток и создают дымку вот эту. Там чистые яркие краски. И там все кажется близко, все ярко. И в горах. Я очень, зная хорошо творчество Рериха, вот часто сомневался, думаю, это просто сделано под впечатлением или желание, ну, провести свою мысль, вот, применяя краски. Так, наверное, не может быть. И все-таки оказался однажды на Тяньшане, потом на Памире. И я увидел то, что писал Рерих. Действительно, вот эти хребты переходят через друг друга, значит, начиная от бледно-голубого, кончая фиолетовым таким цветом тени. Значит, вдруг неожиданно высвечивается на рассвете макушка вершины какой-то, она оранжевая, у него так все сделано. Или вдруг горы залил оранжевый цвет. Значит, эти краски наблюдал просто в жизни. Да, он взял их в жизни. И опять-таки они появляются там, где чистая атмосфера. Атмосфера где? В приполярных областях чистая. И в горах, и в космосе тоже. Алексей Архипович, а когда вы начали заниматься живописью? Я начал заниматься живописью или рисованием, как только себя помню. Прямо на окне. И окно морозное, так градусов 10 температура окна, и, может, 15. Берешь акварельной краской, она хорошо-хорошо ложит. А потом, когда теплее, она все растекается, конечно. Я печки разрисовывал все время. Тоже нравилось. Я не знаю, как, но, во всяком случае, мои родители. Но они давали мне понять, что они им это очень нравится, и они делают все, что угодно. Поэтому, какие бы средства у отца не было, он всегда мне покупал что-то, чтобы я рисовал. Я никогда не бросал заниматься, и потом, когда уже летал, учился летать, везде у меня были с собой краски, везде были холсты. И вот есть документы интересные такие. Самый такой интересный документ – в 67-м году, когда я заканчивал, вернее, уже в 57-м году, когда я заканчивал учебу в высшем летном училище, я оформлял выпускную фотографию. И вот эта фотография была оформлена так. Самолеты, на которых мы летали, на одном самолете
номер год поступления, на другом самолете номер год окончания. Еще выше, под номером 60, это значит, прогнозировал, в 60-м году мы будем летать на самолетах МиГ-21, тогда они тоже были, да и сейчас это самая лучшая машина мира. Вот и на ней мне пришлось полетать. А выше над всем этим изображением есть слова поэта Николая Криванчикова. «Год придет, и вылет межпланетный, мы вот так же будем начинать. Кто нам запретит мечтать об этом, если Ленин научил мечтать? С нами недалекого свидания все планеты во Вселенной ждут. Мы проложим в Пятом океане Чкаловым завещанный маршрут». Ведь это было все в 57-м году сделано. Значит, человек, который не занимался бы и не знал этого, наверное, в голову не пришло, вот это все наряду с нарисованным, вдруг написать вот эти слова. Это уже прошлое, но оно было правильное с взглядом на будущее. Тогда ведь не было ничего связанного с космосом. Но я твердо знал, что я буду летчиком. Непременно летчиком-истребителем. Я стал летчиком. Мне хотелось быть художником, но нашел для себя компромиссное такое решение. Буду летчиком и художником. Не знаю, художник какой получился из меня или нет. Не мне об этом судить. Я все свободное время трачу на живопись. Но летчик вроде бы получился. Я 20 лет уже летаю на самолетах. Летаю на многих типах. И на истребителях, и на вертолетах, и на транспортных. Летаю на космических кораблях. И думал, что времени в жизни много. И на все хватит. А сейчас уже 20 лет летной работы, 20 лет творческой работы. Оказалось, что не хватает времени на то, что задумано. То, что хочется сделать, не получается. Надо работать не по 8 часов в день, надо работать по 12 часов в день. Тогда что-то, может быть, получится, если ты хочешь чего-то добиться. И какие же ваши планы? Какой будет ваша следующая работа? Следующая работа, она практически уже завершена. Осталось мне сделать, может быть, десяток, полтора, может быть, работ. Но это по сравнению с тем, что сделано, это уже малая часть. Значит, этот альбом, макет мы его уже знаем, будет посвящен 20-летию полета первого человека в космос Юрия Гагарина. Будет издан к 12 апреля 81 года. Там будут подведены итоги за 20 лет того, что мы сделали в области пилотируемого космоса. Новое там будет, что в этом альбоме. Я очень много сделал акварельных работ, связанных с историей космодрома. Вот первое место, где выбрали для строительства стартовой площадки. Стоят две юрты, сухая трава. Второе, геодезист забивает первый колышек. А вот первые дома, вот первый магазин, площадь. Вот уже гостиницы пошли. Вот первый монтажный корпус, вот новая ракета, вот ее выводят. Вот на старте стоит вот обелиск первому спутнику. Все это сделано под старые фотографии коричневой акварелью. Как будто бы выцвело все. И вот на фоне этих вот рисунков наверху уже разворачиваются современные события в космосе. Андрей Константинович, а вам, как художнику, как видится дальнейшее освоение космоса? То есть, если вчера это была задача выйти за пределы атмосферы, скажем, достигнуть Луны, завтра это будет задача посетить Марс, уже не автоматами, а лично. Потом, вероятно, в конце нашего тысячелетия речь будет идти о полете вообще где-то в пределах нашей Солнечной системы. Ну, может быть, не к самым дальним планетам, но достаточно дальним. Это будет создание каких-то научно-исследовательских баз на спутниках планет, может быть, на спутниках Юпитера. И раздел будет опять-таки фантастики. Все-таки мечтать – это здорово, заглянуть вперед. Ведь мечта, она потом материализуется наукой. Ночь прошла,
будто прошла боль. Спит земля, пусть отдохнет, пусть у земли, как и у нас с тобой, там впереди долгий, как жизнь, путь. Я возьму этот большой мир каждый день, каждый его час. Если что-то я забуду, вряд ли звезды примут нас. Если что-то я забуду, вряд ли звезды примут нас. Возьму щебет земных птиц, я возьму добрых ручьев плеск, я возьму свет грозовых зорниц, шепот ветров, зимний пустой лес. Я возьму этот большой мир каждый день, каждый его час. Если что-то я забуду, вряд ли звезды примут нас. Если что-то я забуду, вряд ли звезды примут нас. Я возьму память земных верст, буду плыть в спелом густом льне. Там вдали, там возле синих звезд, солнце земли будет светить мне. Я возьму этот большой мир каждый день, каждый его час. Если что-то я забуду, вряд ли звезды примут нас. Если что-то я забуду, вряд ли звезды примут нас. Наша передача подошла к концу. Сегодня в ней принимали участие дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Алексей Леонов и художник Андрей Соколов. Передачу подготовили редактор Татьяна Бодрова, режиссер Сергей Штейн, музыкальный редактор Людмила Власова. До новых встреч в эфире!